Козыгурском районе началось строительство 4 школ, рассчитанных на 300 мест. Стоимость проекта составила 2 миллиарда тенге. Средства были выделены по программе «Нурлы Жол». Учебные заведения планируется сдать в эксплуатацию в следующем году. С ходом строительства социальных объектов ознакомился аким области. Первым делом Туймибаев проинспектировал школу имени Утемисова в селе Махамбет. На строительство этой школы на 300 человек было выделено 982 миллиона тенге. Работу мы начали в июне этого года. Как видите, строительство идет полным ходом. Поэтому надеемся, что успеем сдать объект в срок. По указанию акима области, в строительстве используются в основном отечественные материалы.